Сижу на автовокзале в городе Каунасе. Вещи мои очень тяжелые. Рюкзак, который весит килограмм 26-27. И сумка с книгами, которая весит килограмм 15. То есть таскаю я на себе 40 килограмм реально. Понимаю, что осознание от меня такое пришло, что вес моего жира эквивалентен весу этого рюкзака и этой сумки. Если я от них избавлюсь, где-то 42 килограмм жира, то будет мой вес, скажем, идеальным. Пока что я совершил, так сказать, идеальный обед в ожидании автобуса на Беларусь. Вот, кушаю горошек, съел фасоль, кусочек хлеба черного, прибалтийского. Интересно, что эти все, короче, консервы подписаны на эстонском, латвийском и литовском языках. Подробно все расписано. А внизу есть строчечка по-русски, что такой-то, такой-то консервированный зеленый горошек произведен в Польше по специальному заказу. Все. Никаких тебе параметров, никаких тебе калорий. Как для каких-то свиней по-русски написали. То же самое наблюдается и на фасоли. То же самое. Вот. Пожалуйста. Значит, эстонский, латвийский, латышский со списанием всех килокалорий, всего содержания. А по-русски статейка, маленькая строчка. Красный фасоль произведен в Италии по специальному заказу. Все. До свиней. Свиньям мне интересно, что они жрут. Такое отношение здесь к русским. Это прекрасно. Возможно, следствие действительности, я не знаю. Но мне за державу обидно. Серьезно. Точнее, за народ.